Это видео будет в формате шортс, чтобы не обсасывать одно и то же и не растягивать хронометраж. Тесты указанных видеокарт имеются на канале в полных видео. На арку B-серии можете посмотреть у ПК Боярина, который ее купил и теперь хранит в сундуке с кожаным костюмом и прочей BDSM-атрибутикой. Итак, 10 худших видеокарт для игр осенью 2025-го. А худшие они из-за вашей пассивности. Из 2000 просмотров подпись к петиции с предложением уволить Лизу Су за саботаж в AMD поставили пока только 20 человек. Оковы рабства, ограниченность восприятия и элементарную лень могут преодолеть не только лишь все. Так что винить можно себя, да конкретно тебя в том числе, дорогой зритель. 10 место RX6600 на 8 за 25 тысяч. Некоторое время назад считалось тем самым минимальным уровнем производительности, который нужен. Но это время уже прошло. Чип крайне слаб для запуска приличных новинок уже в 1080p. А за 25 штук вы вряд ли подписывались месить глину. 9 место RX6400 и 6500 XT. Аналогичная в целом история, запись геймплея также умышленно отключена. Все линии 4 штуки, что станет проблемой уже при работе карты в PC3. Которым пользуются большинство в мире, скажем так. Все процессы, включая 10-е, Intel, Ryzen G на M4, Ryzen не на B550 и X470-570 чипсетах, не говоря уже о более старых. Вдобавок чип серьезно устарел и попросту не сможет давать нормальный FPS даже на минималках в любой приличной новинке. Стоимость обеих в магазинах также чересчур высоки и брать можно только с рук в разы дешевле. 6400 сильно порезано по питанию, чтобы не составлять конкуренции даже старым картам от Хуанга в связи с деятельностью руководства AMD. 6500 XT дышит гораздо свободнее, не теряя частот, так как энергопотребление уже не ужато. Но остальные минусы никуда не делись. 8 место RTX 5050 за 28 тысяч. Карта едва успела выйти, как от нее уже понесло дерьмом. Оказалось, что она очень слаба как новинка на свежей архитектуре. Да, вы сможете использовать Dell SS4, точнее вы должны будете его использовать без вариантов, но я и сам давно включаю апскейлеры, если они есть. Она также зависима от PCI-Express и на 3.0 производительность будет еще ниже. Но главное, это также задранная цена. За нее можно отдавать не более 20 тысяч, как за карту на гарантии. 7 место. Arc B580 и 570 за 30 и дороже. Обновленные версии карт, какая-то производительность имеется и она более-менее неплохая в современных реалиях, но в очередной раз цены хреновые, и в таком случае тогда зачем терпеть возможные неудобства. 6 место 3050 на 8 гигабайт за 20 и дороже. Казалось бы, ну эта карта уже может запускать все игры как-нибудь без исключения, и 2 года назад это действительно было так. Но системные требования продолжают расти, и сейчас она перешла в разряд просто мусора, не стоящего таких денег. 5 место Arc A380 за 14 тысяч и более. Буквально карта-инвалид, и я не вижу ситуации ни в одной из мультивселенных, когда разумным было бы покупать эту карту в магазине. Она как была плохой 2 года назад, так и осталась болтаясь на уровне, близком к 1650 RX6400, но зачастую ниже. В Last of Us первая производительность была ужасной даже при максимальном выкручивании FSR, потому как там он почти не увеличил FPS. Получать можно в подарок от врагов и недоброжелателей, ведь какую-то работу она выполнять все же может. И будет лучше любого 2-гигового старья. Однако со старыми системами может иметь проблемы с фризами из-за отсутствия resizable бара на всех матерях, включая Z370 на 1151.2 и всех райзенах до 3000-го поколения, а также с G-процессорами. На Xeon'ах 11.3 китайцы в BIOS добавили мод и функция есть, то есть ручная модификация и прошивка BIOS'а позволяет его добавить, но PCIe 2.0 и урезанные линии, особенно в CS, уже не пофиксить никак, а 6 гигов не помогают ей нигде, потому что карты ARC в целом не соображают, как лучше использовать свой объем видеопамяти. 4 место RX 7600 XT на 16 гигабайт под 40 тысяч. Полный бред, конечно. А 16 гигов данный чип впитать не способен. У AMD просто прибыль с рынка карт мизерная, кристаллов на них не хватает. В связи с этим их тратят на производство подобного техноскама и 7700 на 16. Интернет-экспертам виднее с высоты бутылки, так сказать. 3 место RX 9070 XT за 70 дороже. Клоуны и саботажники за AMD обещали захватить средний сегмент видеокарт, но как обычно, не планировали этого делать. Поясню, на фоне RTX 5070 карта выглядит нормально, в играх не уступая ей, будучи побыстрее на 10% и более. Но обычная версия легко прошивается BIOS'ом от XT, ее легче увидеть дешевле, и вы по факту догоните старшую. В итоге обе карты должны стоить ощутимо дешевле 5070,
Однако, по крайней мере, в СНГ ее стоимость не представляет интереса, даже для AMOLED-дебилов. Вы же не дебил, да? Второе место RTX 3050 на 6 гигов. Карта Джокера, неискупимый грех Хуанга и ошибка мироздания, из-за которой Бог покинул эту планету. Вы, наверное, ожидаете какую-нибудь производительность на минималках. И она есть, но за двадцатку это просто грабеж. Не ожидайте чудес от выкручивания DLSS. Производительность в большинстве новинок останется низкой. И с учетом шокального изображения, опыт исключительно неприятный. В топе худших я поставлю RTX 5060 Ti на 16 от 45 до 60 тысяч. Новинка, представляющая наибольшую опасность для вашего мозга и вызывающая слабоумие при длительном взаимодействии. Отдельную благодарность нужно высказать всем обзорщикам, которые ее рекомендовали и продолжат это делать, потому что карательная психиатрия была отменена официально. Проблема не в том, что карта плохая, она такой уверенный середняк для всех Игорей, но вводит в заблуждение. Обычных людей, которые поверили авторитетным даунам, а также лиц с суммарным лимитом IQ на семью в 65 пунктов. 8 гигов маловато в некоторых случаях, но 16 ей не нужны. Спойлер, и не понадобится в будущем. А за это вам предлагают еще и серьезно доплатить. Если хочется купить какую-нибудь дорогую херню, купите новую GT 730 на 4 гига всего за 5000 рублей. По крайней мере, она будет прикольным элементом декора в комнате. А потратить 50-60 тысяч можно гораздо разумнее, вне зависимости от того, голубой вы или красный. На этом все, подписываем петицию с требованием реальной конкуренции со стороны AMD и распространяем информацию, или живем дальше в проклятом мире, который сами и создали.